Всем доброго дня, с вами компания «Печной мир». Сегодня у нас 19 октября, это традиционный день печника, который мы уже празднуем порядка 8 лет, если не ошибаюсь, конечно, может и больше, но не меньше точно. Что хотелось бы сказать, то есть, ну, для чего этот праздник? Сама цель мероприятия, то есть, чтобы как раз сплотить ребят, профессионалов, и чтобы как минимум был один традиционный день, да, так скажем, когда можно поздравить друг друга с этим таким великим днем именно для мастеров печного дела. И, ну, в таком теплом, уютном месте отпраздновать его. В свою очередь, компания «Печной мир» эти праздники в своих городах присутствия организовывает, и мы дарим подарки. Договариваемся с поставщиками, чтобы были подарки. Это уже такая, ну, настоящая традиция печного дела, печного мира, который мы организовываем. Поэтому завершаем, итожим год, завершаем сезон печного ремесла, так скажем, печным праздником. И довольствуемся, отдыхаем зиму около печи, греемся. Ну а сейчас пойдем на мероприятие, посмотрим, как это все у нас выглядит. Поздравляю вас, ребята, с таким знаменательным днем для нас, для вас, с Днем Печника. Печной мир поздравляю, что они есть у нас, что привозят материалы там, а мы уже работаем и приезжаем к ним как в гости. Ну и с праздником всех. Вот они сегодня молодцы, нам организовали такое мероприятие. Вот. И что себя бы хотел добавить. Ребята, старайтесь и трудитесь, и у вас все получится. Серега Герасим, город Ангарск. Я впервые в жизни выиграл приз, клянусь, я никогда ничего не выиграл, никогда ни разу. Лебедев Илья!